Ну? Ну? Я слушаю. Жопе. С момента крушения вертолетов это уже не операция. Абсурд. Нас обложили. Связи с центром нет. И улучшения ситуации не предвидится. Эвакуации по воздуху ждать не приходится. Вертолеты опять не прилетели. А с такими потерями среди ребят скоро и эвакуировать некого будет. Контроль над ситуацией утерян. Нам до зарезу нужна связь с центром. Радист считает, что сигнал глушится где-то рядом. Он как раз пытается вычислить координаты. Я отправил бойцов примерно в тот район, но они пропали. Даже личные радиомаячки не определяются. Одна из твоих задач, майор, установить связь с центром. В нашей ситуации, я полагаю, это становится первостепенным. И еще личная просьба. Разыщи моих бойцов. Добро. Передайте полковнику, я нашел одного из ваших ребят. Похоже, он подорвал себя гранатой. Признаков перестрелки и других следов боя не обнаружено. Здесь Ковальский. Я тебя понял, майор. Слушай сюда. У нас есть хорошая новость. Мы наконец-то получили точные координаты источника радиопомех. Сигнал идет из здания детского сада. Thank you.
Ого, вот это да! Неужто вернулся? Мы уж думали, все, не увидим больше нашего доктора. Так что все-таки случилось? Да, было кое-чего. Как-нибудь потом. Ладно. Спасибо за помощь. Там полковник просил тебя зайти. Хорошо, зайду. Да, еще. Гарик ушел на станцию Янов. Пополнить запасы. Просил передать, что несколько дней его не будет. Понятно. Так что? Ты где был? Не поверишь. В холодильнике. В каком холодильнике? Где ты вообще холодильник нашел? Где нашел. Я бы посмотрел, чтобы ты нашел в таком состоянии. В каком это таком?